Новорічної ночі стаються дива і здійснюються бажання, і також бажання здійснюється у нашій програмі. Бо до нашої студії завітав Дід Мороз. Ну що ж, зустрічаємо дідуся, я дуже рада бачити, що саме цей дідусь прийшов до нашої студії, прийшов у програму Фреш. І не дивно, що у дідуся є подарунки. Да. Дідусю, як ви добиралися? Як так сталося, що ви прийшли саме до нас? Не обійшли боком. Дорогі друзі, дуже вдячні, що сьогодні в мене дуже важкий день. Я з утра. Працюю, працюю, не працюю і закінчу працювати, мабуть, ще на старий Новий рік і все ходжу по домівках, вітаю маляць зі святом. І хоч, хочу сказати, що до вас мені завжди заходити дуже зручно, тому що ви знаходитесь біля вулиці і тільки. Бум-бум-бум постукав. І і відчинили двері, кажуть: а ну заходь Дід Мороз, що ти проходиш мімо? Дід Мороз такий сьогодні дуже гарний, такий персонаж, якого не можна у будь-якому разі відкидати. От зараз багато чого говорять про те, що повинен бути Санта, наприклад, так. Угу. Але ж ми звикли. Ми звикли вже до Діда Мороза і хочемо його бачити на усі новорічні свята. Нехай цей персонаж живе, нехай. Він буде завжди, тому що насправді це чудовий чудове свято, чудовий рік, який повинен починатися з такої особистості. Так, хтось стукає в двері, хтось приносить подарунки, а комусь можна замовляти усе, що, що тільки можна замовляти будь-які бажання, і ці бажання обов'язково будуть здійздійснюватись. Да. Что ж набажали этого года, дети? Нет, я вам хочу сначала, дорогие мои телезрители, рассказать, что Дед Мороз на самом деле это как производная от Святого Миколая и того деда, который ходил на Рождество с рождественскими подарками. И так получился Дед Мороз. На самом деле, вот во всех странах Европы, там же есть свои Юлупуки, Баба Натали в Италии и так далее. То есть и в, и в Польше Дед Мраз, то, то есть деды морозы есть это не запрещенный персонаж дело в том что везде есть деда морозы, просто дед мороз в, э, в европе и в Америке они приходят на Рождество. А у нас в связи с тем, что были запрещены под, ну, эти вот, ново религиозные праздники, у нас поэтому Дед Мороз стал приходить Раньше на Новый год. Да. Uh -huh. А теперь, когда мы возвращаемся на место, то есть мы, Деды Морозы, начинаем приходить даже вот иногда и к Санта-Клаусу даже вместе. А какие у вас стосунки, до речи, с Санта-Клаусом? Санта-Клаусом, вы знаете, есть такая очень хорошая шутка, когда... Приходит мальчик к маме и спрашивает: Мама, а Санта-Клаус есть? На что мама ему отмечает, отвечает Дед Мороз сказал, что нет. <laughs> я зрозуміла, кистосунки с Сантою. То вы такие конкуренты. Конкуренты есть? Ну, ну, конкуренция такая вичевая? Ну, э, 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 я думаю, не очень. <laughs> Почему? Потому что Санта-Клаус плохо видящий. Да? Он постоянно в очках, он что-то путает. Но у меня тут свой порог есть. То есть, если Санта-Клаус близорук, то Дед Мороз у нас пьющий. Да. Дедусю. А как вы думаете, почему Нет, а как вы думаете, почему Санта-Клаус ходит один? А Дед Мороз со Снегурочкой. підтримує, так ну Під... тому що, коли Дед Мороз випішево комусь тащить, для этого є снігурочка. У мене я думала, Снегуронька подарунки розпаковує, запаковує і допомагає дарувати їх дітям. Знаходить uh -huh. тих, хто дійсно достойний, хто увесь рік працював, не покладаючи рук, трудився, хто гарно себе поводив. Ось для того повинна бути і Снігуронька, і дід Мороз. По поводу Снегурочки я очень часто слышу очень многие вопросы. Говорят, а Дед Мороз, он вообще женат или нет? Я на что отвечаю? Ну, Снегурочка же откуда-то взялась. Значит, Дед Мороз женат. А, тобто Снігуренька, це не, Это... не, ону, не онука. Ні, не, ну внучка, Ну, внучка ж теж откуда-то береться. Да? Тобто була ще -то был, да. якась, якась така хлопця. Наслідів Дед Мороз, Да. <сх> Все хотіла запитати, скільки ж років дідусеві, і от зараз саме така є нагода запитати, скільки ж років дідусь вам. О, ну, мені, як вот, э, лично, Діду Морозу українському, да? то есть мені. я думаю, порядка 80 с небольшим лет. Непогано выглядит, дедусю. Да. На 80 років как раз, как раз, дуже, Я думаю дуже так, потому что после того, как был он декоммунизирован в советские времена, он был запрещен. И потом он возродился, и вот и мне 80 да, где-то 82-83 года. А, ну, часто трапляются такие выпадки, когда э, дети замовляют, ну, что-то такое, и не знаешь, как с этим быть, и не знаешь, как выпутаться. Э, приходят до Деда Мороза и вымогают да. подарки. Бывает такое? Ой, это очень тяжелый момент, когда вот все спихивают на Деда Мороза. Родители особенно. Вот. И ребенок приходит и говорит: Дед Мороз, я тебе писал про 10 iPhone. Дед Мороз, а я тебе писал там про планшет. И как в этой связи выкручиваться, просто очень тяжело. Даже не знаю, как. Начинаю да, рассказывать. Да ты же, наверное, письмо не туда написал. Дайте есть такая очень интересная история про одного мальчика, который написал письмо. Вот Деду Морозу. И отправил его. Ну и куда оно? Но ж, конечно, дальше почты не прошло, mm -hmm. потому что, ну куда они его отправят Деду Морозу? Там адреса нету, ничего нету. Вот просто написал на конверте Деду Морозу. Вот. Ну, сердобольные работники почты вскрывают это письмо, собрались всем отделением и читают. Дорогой Дед Мороз, я там, мальчик такой-то, такой-то. Очень хорошо слушаюсь. В школе учусь на всех самые хорошие отметки. Подари мне, пожалуйста, хоккейную форму, коньки и клюшку со шлемом. Они прочитали, им так стало этого мальчика жалко. И они тогда сбросили всем отделением этому мальчику, купили ему форму, клюшку и шлем. А на коньки у них денег не хватило. И отправили они, и написали от Деда Мороза. Приходит ему посылка, мальчик встречает ее, открывает. Они довольны, сделали большое дело вместо Деда Мороза. Что же вы думаете, смотрят? Появляется еще одно письмо тем же самым почерком от того же самого мальчика, Деду Морозу. Им стало интересно, они его вскрывают и читают. «Дорогой Дедушка Мороз, Ти виповнив майже все мої бажання. Ти прислав мені форму, шлем, клюшку. А от ці гади з пошти сперли коньки. <реш> Ось так. Ну, дідусеві в такому випадку жалітися і скаржитися немає чого, так. Да. В принципі, дідусь десь там осторонь залишається, але ж ходи з мішком. Що у тому мішку? В мешок мы кладем подарки. Обязательно должны быть подарки, потому что, ну, каждый ребенок мечтает вот сегодня до да, ночью получить под елочкой подарок. Если он его не, по, не получает под елочкой, да, тогда он, естественно, приходит к нему Дед Мороз. И куда он сразу? А ну где мешок? Что у тебя в мешке? Показывай. Приходится вот показывать, да. Но ну, не все ж подарки влазят в мешок. Тогда приходится тянуть, кроме мешка, еще пакеты с разным тем, что ребенок... Но ребенок при этом обязательно... Детишечки мои любимые, вы же не забивайте, надо, если сам не умеешь писать, попроси кого-то из взрослых, пускай напишут письмо, что я хочу. Вот у меня был пример такой один мальчик, он Деду Морозу, это я, я к тому, что все равно все желания сбудутся. Это правда, это правда. И даже да. тот случай, когда поштари все это сделали, это же про что свидетельствует? Про то, что все сбывается в любом случае. Да. У меня был такой случай, мне написал однажды мальчик один, вот, он теперь уже взрослый, Прокопенко Никита, у него есть жена Наташа. И он писал когда-то письмо и просил, говорит, дедушка Мороз, скажи про меня там, чтобы на телевидении. Вот есть такой Никита Прокопенко. Вот прошлые годы, вот мы теперь на телевидении говорим, Никита, твое желание осуществилось. Вот <laughs> так. Бачите, ну, значит, нехай тогда пишут, нехай все пишут, нехай их небажания все сбываются. Но это дети. А что хотят дорослі переважно? Ой, с взрослыми, конечно... Вот самое интересное за взрослыми это, знаете что? Вот подходит вот сегодня тоже была такая женщина красивая, она занимает очень высокий пост. И я подхожу, говорю ей какие-то хорошие слова, поздравляю с Новым годом ее, а она так мне э, шепчет украдкой, говорит, я не верю. А я говорю, вот это и плохо, что у тебя веры нету, потому что вера – это все. Когда человек верит, к нему приходит и Дед Мороз, и все его желания сбываются, и все осуществляется у него, и все в жизни у него будет хорошо. Если человек не верит, так что у него получится? Ну, ничего, это правда, 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 правда. зараз Дед Мороз на чем добирается в ну, на чем вы приехали? У меня нас. сани. Нас. Я открою, на, на дорогие самка. телезрители, открою большой секрет. Есть Саня у меня и Санта-Клауса. Знаете, в чем различие? У него есть видеорегистратор, а у меня нет. <с. 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 Ну, добралась без проблем. Да. А вот пробки там все еще за раз вместе, такая зарастворится. Это мое самое нелюбимое время, с другой стороны, потому что вот когда наступает вот... 30-е, 31-е, это куда-то доехать, везде пробки, 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 очень тяжело доезжать. Но что сделаешь? Все, конечно, хотят перед Новым Годом куда-то поехать или с кем-то встретиться, как-то объединиться. Были у меня и такие, прихожу вот 31-го еще до Нового года, да, и люди уже сидят, у них пижамная вечеринка, они съехались. То есть тоже где-то в пробке постояли. Ну теперь они отдыхают. К ним пришел Дед Мороз, пих поздравляет, они веселые, жизнерадостные. Ну каждый по-своему. Кто-то в бассейне, а мне вот приходится везде в бассейн, как в том анекдоте, да? Ну, справді складна робота у дідуся, але ж в літку дідусь відпочиває, це правда? Ну не совсем. Дело в том, что вот письма дети пишут. Так. Так. Вот дети пишут, я там такой-то, такой-то, хочу то-то, то-то. Написал он письмо. Но дед Мороз, он же не должен давать вот просто так подарок за то, что вот какой-то мальчик мне написал перед Новым Годом. Угу. Я же должен за ним следить. А -а -а, я должен следить работа. за каждым ребенком, что они делают, какие слова они говорят, как они там относятся к животным, как к родителям относятся. Какую старушку они не перевели, я должен все посмотреть. Mm -hmm. Ну, справді, усе літо, и весну, и осень, дед Мороз слідкує, що як поводять себе діти. Да. Слава Богу, что я молодой, могут. самый молодой из всех моїх братьев, поэтому мне как-то легче. А, гони, а вы зустрічаєтесь якось с своими? Ну, если зажигаем, то да. Навірно, триваємося, <ріст> де зустрічає дворець Сніжної королеви возле моєго дома, угу. і ми там во дворце празнуємо. Які а, історії доводилося слухати такі неймовірні на день, можливо, на різдво, на такі знаєте, величні свята, дідусеві морозові. І як він це сприймає? Чи не ображається дідусь, коли діти не вірять в нього? Ну, я так зрозуміла, що на дорослих вже не ображається, а чи ображається на дітей, які не вірять, що він існує? Ви знаєте, є такі історії: вони знаком, конечно, не весели, а вона дуже грустна, тому що є такі детки з, з, з різними заболіваннями, неизлечимыми, к сожалению. От, і к таким діткам, коли приходиш… то очень тяжело не то, что даже вот э, как-то их развеселить, а даже тяжело им в глаза посмотреть. Я прихожу к таким деткам, вот, хорошо, что взрослые там учитывают, допустим, их проблемы. Если там у, был с э, деток церебральным параличом, то есть им заранее заготовлены подарочки, чтобы там была веревочка. То есть они mm -hmm. не могут ручками брать, таких вешаешь прямо на шею, если это детки ну, тоже, да, очень грустно. То есть ребенок понимает, что, может быть, ему не очень много жить осталось. Вот. И так, когда ты такого ребеночка развеселишь, когда он начинает улыбаться, это вообще, это как праздник какой-то. У Деда Мороза двойной на душе. Тому штабце что... супер. Да. Яка місія випадає на долю дідуся да. мороза? Ну ні, тоже ж діють анітожпада. А, хотят як, а як же в першу чергу треба звертати увагу на тих? То на тих людей, які не можуть кожного дня отримувати стільки всього від життя, так да. а ті люди, які обмежені десь у чомусь, от їм треба більше дати, да. і більше щастя, більше радості. Нехай навіть дід Мороз трошки буде з ними довше, так, ніж да. з тими дітьми, які можуть самі піти до дідуся. А от тут якраз насправді справжнє свято, коли дідусь приходить і дитина розуміє, що це тільки до нього прийшов При дідусь. Причому Бувають такі дітки. который вот подходит мне, говорит, я хочу 10 iPhone, а потом я начинаю спрашивать, ну а как ты учишься? Ну я так себе учусь. Mm -hmm. Но я начинаю тогда говорить, ну извини, дорогой мой, но за что вот тебе 10 iPhone? Mm -hmm. Справедливий дідусь. Ну, дов бути, звісно, І Дідусь стараюсь. дивиться і слухає усі історії, це, це насправді так. А от що тоді робити з тими дітками, які не вірять, що дід Мороз існує, починають вуса зривати, там, за бороду його, да. десь там смикати. Ну, це більше взрослі, звісно. А, дорослі. Да. Ага. Діти все-таки, якщо. Ну, то у мене, звісно, так. Мецненько. Я дивлюсь усы, мецна борода. Думаю, что у меня, если дернут, у меня увидят, что это мои усы, да, моя борода. А есть такие, конечно, вот, которые, ну, все знают, в АТБ продаются, да, и люди бывают, наряжаются. Вот есть по этому случаю тоже такой интересный. Говорит, когда ребенок приходит к маме и спрашивает: Мама говорит: а почему, когда? К нам Дед Мороз приходит, папа исчезает. Так я вот это как раз из той истории. Они берут там в АТБ какую-нибудь там бороду, усы, а потом они вот тоже ходят, дергают, смотрят. Оно на резиночке, оно же, конечно. Ну, как же. А тут же сколько не смыкай. розрушена. Скільки не смикає борода на місці, вуса також. Все справжнє, нікуди не подінешся. Ну, а сидіти, ну, що... то нос можна да, і так красний. А Хотіла говорят... запропонувати дідусі... дідусеві чаю бо з вулиці. ж… Я боюсь, розтаїть, звісно. Дуже-очень я дивлюся на ваш чай, дуже хочеться його спробувати. Такий красивий. Молодці, дякую вам, підготувалися до зустрічі з дідом. І наостанок, звичайно ж, усі зараз і дорослі і діти будуть готуватися до свята. Mm -hmm. Сьогодні це новий рік. Сьогодні зустріч старого і, і зустріч нового. І треба, щоб той новий був кращим, ніж і попередній. І щоб збувалися усі мрії. Тому, будь ласка, від дідуся Мороза, привітання у нашій студії. Дорогі друзі, хочу сказати, що коли сьогодні. начинает, вот знаете, как по той традиции, начинает бам-бам-бам. Когда начинаете считать удары, постарайтесь как можно больше за эти 12 ударов загадать своих самых заветных желаний. Если у кого-то проблемы в семье, те, значит, должны загадывать, чтобы все было хорошо. Должны посмотреть друг другу в глаза. Если кто-то любит от всего сердца, посмотри в глаза, загадай свои самые заветные желания. И, конечно, вот у Деда Мороза рукавица волшебная. Если бы вы могли еще в этот момент дотронуться до моей правой рукавицы, обязательно закрыть глаза. За, за, Я всегда за, говорю, за вот когда у меня дотрагиваются И, до моей <с desk> руки, на моей правой рукавицы закрывают глаза и загадывают желание оно всегда сбудется А если будешь подглядывать, то желание не сбудется. Поэтому я всегда предупреждаю захожу и говорю кто хочет чтобы желание загадали закрыли глазки, Загадали, открыли. Все тогда сбывается. Это уже проверено. Ну все. Будем Будьте де... все счастливы, здоровы в Новом году. Крыса это очень умное животное, Оно принесет всем нам удачу и всех все сбудется. Поэтому... З Новим годом! Ура! Ура! <плес> Дідусю! Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні в нашої студії. Криса, до речі, зараз вже буде у нашій студії за декілька хвилин. Вона наша наступна гостя. А Ура. я е, дякую вам і хочеться, щоб ви були ще довго здоровим, щоб ви е, так само радували наших дітей, дорослих, щоб без дідуся Могу нічого сказати, не обходилося. Не дождетесь. Конечно. І насправді дуже добре, що є такі персонажі, які не залишають діток обездолених, які приходять до усіх, хто цього потребує. Ну, ми сьогодні також зможемо це зробити усі разом. Да. Сьогодні такий світлий день, а сьогодні буде класна ніч, і дуже хочеться, щоб усі ваші мрії збувалися. Ну а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.